My friends are alcoholic. Я не буду сейчас делать вступление в Морблок. Новость, радость, которую хотел бы поделиться. У меня накопилось очень много всевозможных видео, материалов таких мультиличных, милых, домашних, с друзьями, просто моих. Так что, наверное, я как-нибудь сделаю выпуск Морблога. Выпуск. Сделаю бложек, кусочек бложега. Просто с домашними милыми зарисовками. Да, здравствуйте! Сегодня, конечно, с вами я. Я и только я. Больше никого, что? Попробуй, переведи камеру куда-нибудь. Вот. Дай собачку ему дохасить. Морис хочет купаться. О, бегина! Куда? Берет и убегает. И молчит, пока плывет. Давай, говори, пока он мокнет. Ну что я могу рассказать, дорогие друзья? Вот он замерз, по-видимому. Есть немножко. Зато сняли мы. И будут у нас новые снимки. Концептуально во все стороны. Нужно видео снять. Раз. Вот мои кривоногие мурзята. Мурзята? Мурзята? Кривоногие мурзята? И тут из-за двери выходит... Выходи уже за двери! Ага, я знал, что ты... Ну потому что опять я с вами тогда, раз Маша взяла камеру. Посмотри. А если стоит так? Ты будешь помощник тогда. Ты. О, ты. Бери желтую книжечку. И там, где по репликам. Мура, это ведь не те вещи, которые мы носили сейчас. А сейчас, мои дорогие друзья, я покажу вам ярких петрозаводских чуваков. Да-да-да. А привет ярким чувакам петрозаводским. Мора. Алена. Приятно, приятно. Ты тоже having some bad хочешь? Мджж! Воин света Виталий. Сюша, почему ты не дорисовала лицо сегодня? А? Где? Ну вот там-то беда, что я его тоже не вижу. Где оно? Где Ксюшино лицо? Нет, здесь жопа. Где лицо? Я и туда поступил, а туда я не пойду. Не пойду, не пойду, не пойду. Потому что я иду в Петергоу, Петергоу, Петергоу. Креативная заплатка. На-на-на-на-на-на-на. Дядька Мора сам все сшил. Иди здесь со мной, что? Почему не возьмете ее? Возьмем? О, ты помогала. Помощница. Можно сказать. Маленькая помощница. Это будет заметка номер один. Нет для аллергика ничего лучше, чем холодный. Холодный летний день. А вот так вот делают фотографии на документы. Ну, так он мнется. А можно меня с обезьянышем? Ой, иди. Так, смотрите, какое смешное животное. Кота, посмотри, пожалуйста, в камеру. Извини. Пустил, пустил, беги. Господи, я все время ждал, что фотограф, который снимает тебя документ, скажет: «Ня! Никогда в жизни я такого не получал». Вот мне вот эту можно, пожалуйста? Нет?